Привет, друзья! Это видео я делаю специально для тех, которые хотят развить хорошо свой интернет-бизнес. Это видео связано с том, как мы будем искать рефералами в интернет и как легко найти рефералы, практически почти ничего не делать. Это видео еще является ответом на все форумах, на которые я оставлял ссылки. Они удаляли мои сообщения потом, потому что говорят, вот это спам, это не надо нам. Если хочешь ссылки вставлять, то плати. А баннеры вообще вставлять было невозможно. Поэтому я покажу, как я раскручиваю свои профили в интернет и как собираю много рефералов. Как все это происходит, сейчас узнакомимся. Как можете посмотреть, я открою сайт SalesPrint, на который я давно зарегистрирован. Уже у меня уровень мастера или мастера, да, мастер. И я здесь с хорошей репутацией. У меня в данный момент на него 17 рефералов, но они, это число динамичное такое, они постоянно меняются. Сейчас, если честно, они мало. Ну, приступим к делу. Вот мы заходим в графа «Работа с рефералами», на которые есть на почти каждый сайт, который занимается с бизнес в интернет. И работа с рефералами, мы здесь видим, что есть ссылки, есть много видов баннеры. Баннеры, конечно, красивее, чем ссылки. Ну, я сначала вам покажу, как раскрутить ссылка и где поставить ссылка, что она работала. Потом покажу, где поставить баннер. Вот. Мы имеем замечательный ресурс websuper.net. Ссылка на этот сайт есть под этим видео. Когда мы заходим на этот ресурс, первое, которое должны сделать, это что зарегистрировались. Нажимаем «Регистр». Регистрация происходит очень быстро. Я не буду сейчас регистрироваться. Здесь просто заполняем свои данные, как они есть. Ничего такого. Name, username и email адрес. Ответить на какой-то несложный такой вопрос, доказать, что мы не роботы. Но я уже имею регистрацию, поэтому зайду в свой профиль. Вот я захожу в своего профиля. Когда заходим в свой профиль, нам открывается такое окошко. Мы нажимаем на эту кнопку и возвращаемся на главную страницу сайта. После этого мы раскручиваем наш сайт. Заходим на стену. И нам открывается место, на которое можем раскрутить свой сайт. Как видите, здесь другие люди тоже раскручивали свой сайт. Хорошо. Мы хотим поставить вот эту ссылку. И я сейчас шуточно напишу. Вы напишите нормальный текст, который будете привлекать людей. Вот, люди, моя ссылка. Нажимаем paste. И ссылка отображается здесь. И все люди могут ее увидеть. На сайте есть много посетителей. Все они будут видеть ваша ссылка. Хорошо здесь, что все большинство людей занимаются интернет-бизнесом. Так что можете ждать хорошие результаты. Но кроме этой ссылки, что вы поставили ссылку, вы можете поставить здесь и баннер, который очень хорошо сказывается на рекламу. Потому что баннер, он такой более привлекательный, цветный. И пишем, вот мой баннер. Баннер с 2N пишется. Не будем делать вид, что мы неграмотны. И вставляем наш баннер на его месте. Нажимаем Post Update. И как видим,
текст отобразился и баннер отобразился. Кто будет заходить на вот этого сайта, он будет видеть вашу рекламу. Таким образом, вы себе наберете много рефералов. Таким образом, вы можете рекламировать любой бизнес, не только интернет. Любой бизнес, который вы занимаетесь, если он законен, конечно, и все с ним в порядке. Здесь нет ограничения, сколько ссылки вы будете вставлять. Нет ограничения, сколько баннеров вы будете вставлять. Но мы рассчитываем на вашу солидарность. И что все было в порядке. Что другое хочу вам сказать. Это практически все. Только проверим, работает ли баннер. Проверка рефералской ссылки рабочая. Как видим, все работает. И все работает как надо. Ну, это все. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И встретимся в следующее полезное видео. Пока.